привыкать сегодня вот к таким видам. Познакомьтесь, озеро Севан. Но мы с вами отправляемся на смотровую площадку. Я даже не знаю, с чем сравнить. Раз, два, три. Друзья, всем огромный привет. Очередное видео из солнечной Армении. И сегодня мы с вами побываем на озере Севан. Покажу вам несколько интересных мест. Возможно, не обещаю, искупаемся в этом озере. Вроде как температура сейчас в районе 19 градусов. В принципе, как на Черном море было, когда я отдыхал. Так что для меня уже привычно. Ну и по традиции, мое путешествие начинается из самого Еревана. Как и в прошлый раз, я отправился на Яндекс.Такси. Ехать до озера чуть более часа. Ну и, конечно, во время поездки я любовался прекрасными видами в окно. Таксист меня подвез к популярному месту, где останавливают все туристические автобусы, и я стал подниматься к монастырю. Но поднимаемся мы сначала к храму Севанаванг, полуостров на побережье Севана. Привыкайте сегодня вот к таким видам. Познакомьтесь, озеро Севан. Самая крупная в Армении, да и на Кавказе, да и по запасу пресной воды, один из лидеров в мире. Поднимаясь по многочисленным лестницам, вы оказываетесь практически на рынке сувениров. Очень популярным привезенным с этих мест сувениром является лунный камень. Здесь его добывают в большом количестве. И именно цвет лунного камня ассоциируется с цветом воды озера Севан. Ну а местные художники показывают здесь свои шедевры. Даже если вам не приглянется ни одна из картин, то вы, как в картинной галерее, можете походить и посмотреть. С этой стороны тоже уже видно озеро. Давным-давно среди вод Севана возвышался остров с таким же названием Севан. 3 километра его отделяло от земли. Берега были крутыми и дикими. Облюбовали этот клочок земли рыбаки и беглые каторжники. Так остров и был бы бесхозным и опасным, если бы в 8 веке не пришли сюда монахи. Они построили здесь несколько келий и маленькую часовню и начали вести свою скромную отшельничью жизнь. Однако слава об острове быстро разнеслась по земле, и все больше и больше монахов стало приплывать на Севан. В 874 году по велению принцессы Мириам, дочери царя Армении Ашота I Багратуни, здесь был официально основан монастырь, который получил имя Севанаванг, что переводится достаточно просто «монастырь на Севане». За всю свою многовековую историю Севанаванг не раз разрушался и не раз вновь отстраивался. В советские годы монастырь не только был закрыт, но и варварски разорен. Одну из церквей разобрали на камни, чтобы построить санаторий на берегу озера.
воздух свежий, виды потрясающие. Тишина. В общем, класс. Но мы с вами отправляемся на смотровую площадку. Немножко вот туда. Там тоже должен быть классный вид. Ну а потом уже спустимся к озеру Сиван. Забрались мы с вами на смотровую площадку. Тут идет уже забор. Туда проход запрещен. Я уж не знаю, по какой причине. Снимать нельзя, какие-то правительственные фотографировать нельзя. Какой-то объект там находится. Наверное, какие-нибудь правительственные дачи. Ну, вот так вот выглядит вид сверху, с самого верху. Вокруг озера. И раньше это был остров. Сейчас это полуостров. А раньше был остров. Уровень воды в советское время очень сильно падал, потому что воду выкачивали для орошения. Вот как-то так. Вид, конечно, просто шикарный. Вода бирюзового цвета. Ну все, друзья, немножко полетал, правда, дрон что-то здесь хандрил немного. Вроде спутники поймал, когда в небо поднялся, летал без спутников, поэтому летал только в видимости, чтобы он никуда не убежал от меня. Но, как я и говорил, там какие-то правительственные штуки и, скорее всего, стоят, может быть, даже глушилки. Поэтому рисковать не стал. Что ж, а сейчас спустимся мы с вами к самому озеру. Озеро Сиван – высокогорное озеро на севере Армении. Его называют Армянским морем. Сиван для армян – все равно, что Байкал для россиян. Водоем находится на высоте 1897 метров. Глубина озера – около 80 метров. Озеро состоит из двух неравных частей – Большой Сиван и Малый Сиван, соединенных 5-километровым проливом. В озеро вливается 28 рек, а вытекает всего одна – это река Раздан. Как вы видите, по всей береговой линии находятся различные беседки, где жители Армении любят отдыхать. Пляжный отдых у них немножко другой. Они сидят за такой беседкой, общаются, кушают и параллельно купаются. Вода чистая. Друзья, надо по-любому искупаться. Как так? Быть на озере. Погода хорошая. Так что сейчас будем
где-нибудь на пляже купаться. Главное, кабинку для переодевания найти. Сейчас воду потрогаю. Да, теплая водичка, кстати. Достаточно теплая. Ну что, друзья. Дно плавное, вода чистейшая. Вход немножко плохой. А так тут, в принципе, такой песочек. Перемешку с камнями. Но так как вода чистая, все видно. И можно нормально пройти. Опять так, раз и по колено. Так что вот так вот. Вода такая, конечно, терпимая. Ну, как я и говорил, примерно как на Черном море было. Когда мы там отдыхали. Градусов 20 по ощущениям. О, вода, конечно, пушка-бомба. Ну все, в принципе, можно заныривать. О, по традиции. На счет три. Раз, два, три. О. Освежает водичка. И дальше вот, друзья, идут опять камни и на возвышение. Поэтому как бы купаться только вот здесь можно. Но здесь мне по пояс. С другой стороны, вода прогревается лучше. Вот такой вид. Что ж, друзья, все, покупался, галочку поставил, в Сиване озере тоже теперь я искупался. Вода теплая, в принципе, привыкаешь, прям вообще класс. Но сейчас, наверное, где-нибудь надо будет перекусить, здесь, потому что время уже обед. Побывать на Сиване и не попробовать сиванского сига я посчитал преступлением. Поэтому я пришел в небольшой рыбный ресторанчик, чтобы попробовать эту редкую рыбу. Наслаждаясь береговыми пейзажами, я ждал свое блюдо. Ну что ж, друзья, разрешите представить жареный сиванский сиг, посыпанный зеленью и ароматным лучком. Советую обязательно взять лимончик и попробовать именно в таком варианте. Мясо прям белое. Вкусно очень. Нежнейший, я даже не знаю, с чем сравнить. По мне так никакую рыбу не похоже больше.
кафе, друзья, понравилось. Вот тут сверху я геолокацию оставлю. И рекомендую именно рыбу здесь попробовать. На этом все. Видео мое заканчивается, подходит к концу. Спасибо за просмотр. Всем пока. Встретимся в новых путешествиях.